Всем привет, меня зовут Станислав, рад видеть вас на канале Лестов. Это такое экспресс-вступление. В общем, я начинаю делать глобальное строительство, но не дома, а в мастерской. Я хочу здесь сделать профессиональную фотостудию. Серьезные замашки, очень серьезные. И в этой фотостудии я хочу еще и умудряться зарабатывать деньги своим основным делом. Смотрите. А бонусом вы увидите видео про встроенную мебель. Торговый центр Аксон. Иду смотреть ОСП. Есть такая тема, что плиты каждый раз разного качества. В этот год все подорожало, оно сейчас подешевело. Поэтому самое время. Смотрим. Вот это тыльная сторона ОСП. Это все, как всегда, следы обработки. Вот лицо. И оно здесь не шлифовано. Может быть, есть какая-то некая шлифовка, но это чуть-чуть не то. Я как-то покупал, на ней аж прям вообще гладь-гладь была. Не знаю, смогу передать, не смогу. И сейчас мы двинем в другое место. Строительный рынок снабжения. Там плита почти на стольник дешевле. Вот это была 879 рублей. А в снабженце она у нас 700 с копеечкой. Сейчас посмотрим и будет точно. Только каламбура. Захожу в вывеску магазин. На ресепшене пара персон. Спрашиваю, как посмотреть ОСП. А тут тебе говорят, иди направо в здание, вон туда. Нет, иди налево. Да нет, иди направо. Примерно такой вышел диалог. Ну, пошел направо, захожу направо. Спрашиваю на другом ресепшене. Говорю, а где у вас ОСП? А мне говорят, так вот. А я говорю, большие листы. А большие листы вон там. Ну ладно, пошел туда. Вот, крупничком. Прям вообще видно, да. Вот это чуток мне больше нравится, чем первый вариант. Прям гладенькое, хорошенькое. Самое оно. Проехавшись по всяким строительным рынкам, в общем, купил я в снабженце. Во-первых, там ОСП реально лучше. А во-вторых, там есть пиломатериал. И вот гнать манипулятор ради вот этой вот маленькой кучки и вот этой, ну, совсем неохота. А тут все в общую газель. Да еще и не кондиция 60-53 сорта. Вот такая. Сейчас я вам покажу. Вот. На стеллажи, короче, это самое то. Нормаз доска. Дешево, сердито. 44 рубля штука. Ну, это вообще ни о чем. А сейчас я все это дело буду затаскивать в дом. Перетащил, перетаскал, подъебался. Ну ничего, за один подход. Сейчас небольшой перекур и подход на досочки. Друзья, доска и брус занесены не в красную книгу, а в мой дом. Вот брусочки сложил 50 на 100. Там дюймовка. Дюймовка стоит 44 рубля за двухметровую палку. Прикольно? Более чем. Вот. У меня была на канале стройка-пристройка. Квадрология блокбастера. А сейчас у меня получается стройка-достройка. И это будет такой некий, скажем, сериал. Потому что за раз я, конечно же, не осилю все это дело. Мне еще надо попутно заканчивать какие-то другие дела в огороде. Вот гусятник был, все прибрал, все пущу в дрова. Ну ладно, это все лирика. Увидимся с вами в среду. Не забудьте поставить колокольчик и подписаться на канал. Пока-пока.